Это наш 200-й. Вчера геройски погиб. Расстреляли его в упор националисты. А почему расстреляли? Тут сейчас... Да, это факт. Потому что вот стоит джип. Джип. Замаскированный. А за ним буквально, находится блиндажик, с которого они вели вчера огонь с пулемета, фактически в упор. И благодаря счастливой случайности только один 200-й. Вот так вот. Так, сейчас работают инженера. Множество растяжек. Был подрыв одного нашего 300-й, но легкий, слава богу. Остальное все проверяем. Сейчас подойду ближе к блиндажику. Может немножко камера шататься, потому что приходится под ноги смотреть. Сюрпризов оставили здесь много. Работают инженера, снимают растяжки. Это дорога на Северодонецк. Скажем так, вот фактически с нее можно войти в него. Так, вот я захожу на другую сторону этого блиндажика. Бой был вчера буквально. Вон еще один блиндаж. Здесь накрыто что-то. Будем разбираться. Вот вход блиндаж. РПГ есть еще? Ну посмотрим. Пускай инженера посмотрят. Так. Малой. Не ройся в мусоре, оно неинтересно. Так, смотрим. Бросили немного. Бросили все. Так. Это что такое уже тащишь? Вкусняшки? Чуть-чуть. Так. Так. Так, ну, ребят, аккуратнее все-таки. Так, конечно, это все сделано по науке. Накаты. Большие деревья. Они могли здесь, в принципе, долго держаться, но под нашим натиском были вынуждены отойти. А тут целая система окопов. Тут не просто блиндажик. Он с норами, с лисими норами, как положено. Так, здесь националисты укропы отдыхали. Вот. Так, вот еще точки их не огневые. Хорошо, выкопаны классически. Все, смотрим, все проверяем. С блиндажа два выхода. Все предусмотрено. Ну да, в этом только нам учиться надо у них. Ну, мы учимся. Так. Смотрим, учимся. Так. Все, Леш, что-нибудь скажешь для истории? Это какая история? Наша. И, скорее всего, только... Не, история и века именно. Ладно, понял. Я тогда скажу, Леш. За кого? Поддержи, за всех. Мой позывной Леший. Для истории хочу сказать только одно. Для будущих поколений. Будьте достойны нас. Все. Артист.